noapte bună. Din păcate, de rău, nu s-a primit să încercăm la un rezultat pozitiv, dar eu să cred că a fost un meci destul de bun, așa, un thriller interesant. Până la sfârșit nu știa cum să termina meciul. Eu să cred totuși că băieții au demonstrat că au capacitatea de a juca și eu sunt sigur că noi în viitor vom juca încă mai bine și încă mai organizat. Și vor veni victoriile. Значит, сейчас довелось пообщаться с игроками вот в миг-зоне, и они многие говорят о том, что вы им предложили новую тактическую схему, но команде как бы еще с их точки зрения необходимо некоторое время, чтобы как бы до конца понять взаимодействие, до конца понять связи между звеньями. Как вы считаете, насколько длительным будет этот процесс, и насколько вот быстро вы рассчитываете, что команда воспримет вот ваши новые идеи? Спасибо. Да, я предложил им немножко видоизменить игру, вот, немножко видоизменить систему игры, схему игры. Вот, мы попытались и поагрессивнее играть впереди со сборной Австрии. Что касаемо того, насколько они восприимчивы к этому, к моей радости, они очень восприимчивы. Они умные ребята и талантливые. И, честно говоря, они практически сразу все поняли, хотя это было, конечно же, непросто. Если игроки сегодня, которые играли, которые вы уже точно знаете, что они не сыграют с Россией? Не сыграют. Что касаемо качества игры, то я практически всеми доволен, всеми ребятами. Что касаемо здоровья, я не могу ничего сказать, потому что они будут общаться с медперсоналом. И завтра, я надеюсь, после завтрака я буду знать состояние всей команды. Obiectivul calificarea mai rămâne valabil sau dumneavoastră aveți ca scop să construiți o echipă care ar putea să obțină în viitor rezultate? Nu, îl pun nu eu. Obiectivul îl pune domnul președinte și Federația de Fotbal Moldovenească. Deci eu n-am auzit că să fie scos obiectivul. Dacă noi vorbim de formarea echipei, noi trebuie să înțelegem că a forma o echipă fără rezultat e imposibil. Nu poate să fie așa. Noi formăm o echipă, dar să jucăm unul după altul, să pierdem. Asta e ceva imposibil. Tehnicii comandă уже входят в отборочного цикла. Тем не менее, какую задачу вы ставите перед собой как тренером и перед командой сборной в целом на отборочный цикл конкретно? Ну, что касается задачи перед собой и перед командой, ну, во-первых, стоит, конечно, самая главная задача – это создать боеспособный коллектив. Вот. И к моему удовольствию, к моей радости, скорее всего. Вот. Ребята есть, с которыми можно работать, с которыми можно найти общий язык, и которые заряжены на борьбу, которые амбициозные. Я люблю работать с амбициозными ребятами, с людьми, у которых нет амбиций, которые не хотят выигрывать, с такими неинтересно. У меня очень амбициозная команда. Вот. Первоочередная задача, конечно, создать коллектив, создать команду. Вот. Для создания команды необходимы, я не люблю это выражение, хорошо играли, но проиграли. По-моему, это не очень хорошо. Вот. Да, я много говорю, сейчас он переведет. Вот. Поэтому необходимы победы. Они хорошо учатся на поражениях, но нужно и на победах тоже многое дает и объединяет коллектив. Вот такие первоочередные задачи для меня – создать коллектив боеспособный, который способен решать серьезные, на самом деле, задачи. Dacă te comparat și selecționata Austriei, și selecționata Rusiei, și selecționata Suediei, sunt echipe foarte, foarte bune. Da, scopul nostru de a scoate puncte, ceva încerca o surpriză ceva de făcut. Pentru că până acum nu cam se primește. A fost un meci bun, dar încoată spun, nu-mi place când se spune am jucat bine și am pierdut. Deci scopul e unul, să facem ceva rezultat. Вам сегодня понравилась поддержка стадиона, поддержка зрителей? Да, это была фантастика. Вот, я, когда на стадионе Зимбру, на матчах национальной сборной, атмосфера просто фантастическая. Приятно в футбол играть. Даже самому хотелось скинуть туфли и выйти на футбольное поле.
Во втором тайме произошла стычка между игроками. Будут какие-то наказания, допустим? Это футбол. Эмоции. Футбол без эмоций никак не играется. Вот. Эмоции с той и с одной стороны. Это единоборство. Футбол – это сплошное единоборство. Поэтому ничего страшного я в этом не вижу. Mai sunt întrebări? Vă rog. Vă mulțumim mult atunci. Спасибо большое. Mulțumesc. Спасибо.